Шалом алейхем, добрый вечер, дорогие друзья. Мы снова встречаемся, как всегда, по четвергам, по четверг вечером. Готовимся к шаббат. Вместе с того, что мы делаем, мы учим глубокий урок в одной из тем недельной главы Тора, которую мы читаем с Божьей помощью каждый шаббат. И сегодня это глава Ноах, это вторая глава в книге Берешит, вторая глава в новый годовой цикл чтения в Тора, который мы читаем с Божьей помощью в этом 5781 год. Я прежде всего желаю нам всем успеха, успешный урок, хороших подготовки к шаббат и, конечно, много здоровья нам всем и нашей семье. Давайте тогда, друзья, начнем нашего еженедельного урока. Известно, и каждый на это обращает внимание, что герой нашей главы, которая даже его, глава носит его имя, это Ноах, заслужил особое отношение в Тора, и как мы видим, многие комплименты, которые Тора его дает. Мы об этом уже говорили. Тора называет его цадик один раз и второй раз. Почему Тора его называет цадик, когда она его упоминает? Раши задает этот вопрос. Раши, Раби Шломо Ицхаки, поскольку мы упоминаем его впервые в этом году. Напомним, что Раши жил во Франции, в городе Троа. И он вернул свою душу Всевышнему 915 лет тому назад. И Раши задает вопрос, почему всегда, когда Тора упоминает этот человек Ноах, Тора добавляет к его имя какие-то особые названия. Цадик, Тамим, Цельный, Ходил по путям Всевышнему, Ноах заслужил хен, заслужил увидеть, что его, он понравился Бога и так далее. Говорит Раши простой вещь. Шломо Амелех говорит в книге Мишлей, такое правило. Зехер цадик либраха. Всегда, когда мы упоминаем цадик, надо знать, что в этой упоминании имя цадика есть благословение. И поэтому всегда мы должны связывать к имя цадик особые слова, особые благословения. На другие, на простые слова, Ноах же был цадик, Тора пишет, что он был цадик. Раз мы упоминали имя цадика, надо сразу, чтобы мы знали о особенности этого цадика. И это знание является для нас браха, является для нас благословение. Поэтому говорит Раши, снова на основании слова Шломо Амелех в книге Мишлей, Зехер Цадик Ливраха, когда Тора упоминает нас имя Ноах, Тора добавляет нам сразу дополнительные слова. Скажем, вы знаете, кто был Ноах? О, он был цадик. Он был тамим, он был целый человек. С Богом ходил Ноах. Только тебя я видел цадиком передо мной в этой поколении. Но это хороший ответ. Раши говорит нам, как всегда, хороший ответ. Но тут приходит Махарал из Праги, известный цадик Махарал, Раби Йехуда Лейва, который похоронен в старый кладбище в центр города Праги. Я уверен, что много от вас посетили старый еврейский Праги, видели и читали Тейлим возле могила Махарал. Он вернул свою душу Всевышнему 411 лет тому назад. Махарал написал очень много книг, важные, основные книги. Один из них, он там написал комментария на вся Тора, которая называется Гур Арье. Очень основная комментария на Тора писал Махарал. Спрашивает Махарал также, разве так? Шломо המלך говорит זכר צדיק לברכה, כגדה מיופמיניים צדיק, נדה סразу דבבית, какой-то ברכה, רסказать нам что-то о жизни этого צדיקה? Говорит, Шломо המלך не совсем.
Йонас не начинает смотреть, говорит Маарали из Прага в книге Гурарье. Не совсем так, давайте посмотрим в Тора. Жили известные цадыки после Ноаха. Авраам, Ицхак и Яков, и спрашивает Гурарье, «Халокама пэамим искир Авраам, Ицхак и Яков, вело искир Швахам?» Множество раз в Тора упоминается Авраам, Ицхак и Яков, и Тора не добавляет ни одно лишнее слова, ни одно дополнительное слова, никогда, допустим, Авраам Авину, его главная черта это были его хесед, его милосердие, его доброта. Нигде не написано в Тора, если вы помните, пишите, но я не помню такого. Авраам человек милосердия, как комплимент, Шломо Амелех говорит, Зехер Цадик Левраха, давайте напишем Авраам человек милосердия. Или какой-то другой комплимент, связанный с Ицхак, или с Яков, или с Моше Рабейну. Нигде не написаны такие особые комплименты. И я вам скажу больше. Вы думаете, что только после Ноаха были цадиким? Оказывается, и до Ноаха были цадиким. Кто жил больше всех в истории? Больше жизни, больше года всех в истории? Звали его Метушелах. Метушелах ха-цадик. Он жил 969 лет. Больше, чем Адам. 39 лет больше, чем Адам. Адам первый человек жил сколько? 930 лет. А Метушелах заслужил 969 лет. Откуда мы знаем, что Метушелах был такой цадик? И в нашей главе, глава Ноах. Когда Тора нам в глава Ноах рассказывает о начале потоп, там написаны вот такие слова непонятные. «Леямим од шива, анохи мамтир ал хаарец». Тора говорит, Бог говорит Ноах, через семь дней, «Леямим од шива, дней через семь, я буду пустить дочь, буду пустить потоп на земле». Когда вы слушаете слово «шива», какая коннотация? Не очень радостный. Семь дней траур, не дай Бог. Приходит Раши и говорит, да. Почему написано в пасук слово «шива»? Говорит Раши, «Эйлу шиват ямей эвло шел метушелах ацадик». Рассказывает нам Раши, на этой неделе перед потоп умер метушелах. После 969 дней жизни. Когда умер Метушелах, все соблюдали шива, семь дней траур. Все были в трауру, в том числе все цадики были в трауру за уходом Метушелах. Но прежде всего кто? Его родственники, конечно, Бог. Говорит Раши, Бог задерживает его решение опустить потоп на целые семь дней, чтобы люди, чтобы близкие люди, семья Метушелах и Ноах и его семья могли правильно отмечать эту шива, эти семь дней траура за ухода Метушелаха. Это рассказывает нам Раши. А в Тора, если бы не Раши, в Тора ни одно слово. Нигде, когда упоминается такой цадик, как Метушелах, чтобы заслужил, что Бог лично будет озаботиться о том, что он заслужит достойное шива, нигде в Тора не упоминается такой Метушелах. Дам вам еще один пример. Это урок сегодняшний, он обоснован на очень интересной беседе Лубавичской Ребе и в пятый том в книге Лекутей Сихот. А там Ребе проводит еще один пример интересный. Еще один цадик звали его Ханух. В конец глава Берешит, по поводу Ханух, мы читаем очень необычные слова. «Ваитхалех Ханух эт ха-элоким ואיננו, כי לקח אותו האלוקים». И хадил, я буду переводить недословно, и хадил Ханух с Богом, а вдруг его нет, исчез Ханух. Не написано «умер Ханух», Ханух не умер. Бог, ибо Бог забрал его к себе.
подчеркивает все комментарии Тора, не написано «Ваямат», не написано, как все остальные люди, и «умер Ханох», написано «исчез Ханох». Он не остался в этот материальный мир, душа в тело, но вместе с тем его нет. А где он? Объясняет мудрецы, что у Ханох была очень высокая душа, которая не могла находить себя в этой материальный мир. Его душа поднималась наверху в небесах, и он стал ангел, один из ангелов служителей, который его название Мататрон. Мататрон — это тот, который пишет решение Бога в божественный суд. И в Талмуде, в том Хагига, рассказывает, что Мататрон сидит каждый день один час перед Всевышнему, перед Богом, и он там пишет заслуги народа Израиля. Теперь представьте себя, кто был Ханох. Торгум Йонатан, Раби Йонатан бен Узиль, святой был мудрец, он пишет. ואיננו עם יושבי הארץ. Он не находился, он не мог сидеть с людьми. Он поднялся в небесах, и Бог назвал его Мататрон, большой писатель. Если бы не Медраш, мы бы с вами не знали эту интересную историю, что был такой цадик Ханох, и до того, что был такой цадик Метушелах, оказывается, это были великие святые люди, что Метушелах и тем более Ханох. Почему, если Раши нам говорит на основании слова Шломо Амелех, זכר צדיק לברכה, когда ты упоминаешь צדיק, ты должен о нем что-то рассказать? Почему замолчала Тора, когда мы читали о Ханох? Почему замолчала Тора, когда мы читали о Метушелах? Странно, правда? Еще один вопрос, Ребе задает, интересный очень вопрос. По правил, как создали Вораши, всегда, когда мы упоминаем имя צדיק, надо связывать к его имя какие-то дополнительные истории об этом человеке. Когда Ханох упоминается впервые в Тора? Не в глава Ноах. Впервые он упоминается в глава Берейшит. А почему тогда там не написано, что он был цадик? Эти большие слова, эти особые слова, которые заслужил Ноах, и в глава Ноах, и в этой глава Ноах отсутствует в предыдущей глава Берейшит. Но по правил, как создал Раши на основании слова Шломо Амелех в Мишлей, всегда, когда мы упоминаем цадик, надо добавить и рассказать, кто он. А тут вы видите, интересная вещь. Когда наступает, когда мы читаем в глава Ноах и мы упоминаем имя Ноаха, тогда сразу существует этот правил Зехер Цадик Левраха, когда мы упоминаем Цадик, мы должны добавить благословение, а там же у нас мы добавляем, что он был Цадик, и целый человек, ходил по путям Бога и так далее, и так далее. Когда этот же человек, не другой, не Метушелах, не Ханох, не Авраам, Ицхак или Яков, или Мойше, или Аарон, этот же Ноах, когда мы упоминаем его имя в глава Берейшит, там и вдруг не работает этот правил. А что за непонятное отношение в книге, в глава Ноаха существует этот правил, и он работает, и сразу, когда мы упоминаем это имя, Ноах получает особые отношения. А в глава Берейшит нет. Я хочу добавить еще один вопрос. Почему Ноах заслужил такие комплименты? Разве он был больше, чем Метушелах? Он был больше, чем Ханох? Давайте не будем говорить сейчас о те цадиким, которые были после Ноах. Поговорим о те цадиким, которые жили до Ноах, как Ханох, которого мы упоминали, и как Метушелах. Почему заслужил Ноах то, что не служили они? Можете сказать, что Ноах был на уровень его святости больше, чем них? Далеко не так. Тора сама дает нам, как известно, намек.
Тора пишет, Билон цадик и в поколениях своих. И Раши проводит нам известные споры в Талмуде и в том Санедрин между Раби Йоханан и Рейш Лакиш. Что он означает это дополнительные слова в поколениях своих? Один говорит, что это комплимент особый для Ноах, что даже в это поколение он мог оставаться цадиком. Другой говорит, что это критика, что это намек, чтобы мы не думали, что он был такой великий, такой святой, если он бы жил в другие поколения, в поколении Авраам, например, его не считали такой святой. Но если сравнивать ему, эти бандиты, которые его окружали, конечно, он был самый большой цадик. И почему действительно у нас Ноах заслуживает такое отношение, что Тора дает нам намек? В другой сиха, в другой беседе Ребе спрашивает, почему Тора должна нам это рассказать? Тора же всегда рассказывает нам только позитивные, хорошие вещи. А если Тора нам что-то рассказывает, в этом есть намек. Говорит Ребе, у Ноах был большой недостаток. Ноах недостаточно молился и старался изменить жизнь, изменить положение в своем поколении. Если Авраам Авину, когда он услышал о том, что Бог хочет наказать Содом и Амора, Авраам Авину начал ставить Богу ультиматумы и потребовал от него прощения этих людей, которые эти грешники, которые жили в Содоме и Амора. Если Моше Рабейну был готов, чтобы Бог будет вычеркивать его имя и свиток Тора, но главное, чтобы он простил этой группе грешники, которые построили золотой телец. Как ведет себя Ноах? 120 лет Ноах строит этот ковчег. 120 лет. Мы нигде не находим, что Ноах обратился к Богу и сказал, прости этих людей. Дай мне шанс поработать с этими людьми. Дай мне шанс попробовать на них повлиять. Мы нигде не считаем, что Ноах пытался уговорить, читать уроки Тора и приближать эти люди к вере в Бога, как делал Авраам Авину. Нет, Бог ему говорит, Ноах, построй ковчег. Я буду спасать, ты будешь спасен. Ты, твоя жена, твои трое детей, Шем, Хам, Ефет и их жены, и твоя близкая семья. Все, Ноах говорит, у меня все хорошо, все нормально. Это был большой минус в поведении Ноах. И Тора дает нам намек, чтобы мы знали, что это не было правильно. Чтобы мы не вели себя так, чтобы мы взяли себя на пример. Поведение Авраама Вину, который построил шатер и со всеми без исключения говорил о вере в Бога. Если так, если у Ноах реально был этот недостаток, и Тора, и важно для Тора подчеркивает этот недостаток, чтобы мы не повторили такое поведение. Спрашивается тогда вопрос, возвращаемся к нашим вопросам. Во-первых, почему именно он и не они? Он же не заслужил. Почему он этого заслужил? И во-вторых, почему именно здесь? Если Ноах это такой человек, который автоматически возле его имя дополнительные слова, кем он был, что он был цадиком, почему тогда только в этой главе Ноах и не раньше, и в главе Берейшит? Вроде бы, если это особый человек, который заслужил такое особое отношение, тогда везде надо этого упоминать. А тут мы видим вот такая разница. Когда наступает глава Ноах, работает механизм, который мы будем его называть механизм книга Мишлей Зехар Цадик Левраха. В главе Берейшит. На этот же человек там не работает такой механизм. Это же странно. Мы должны понимать почему. Окей, тогда придется нам сейчас понимать, что здесь лежит. Если мы видим какое-то особое отношение к Ноах, несмотря на то, что мы знаем, что Ноах имел и недостатки, которые не имел Авраам, и Авраам не заслуживает, значит, есть какой-то особый смысл и особый каваной у Всевышнего, особый цель был у Всевышнего, чтобы именно Ноах получал это особое отношение. Что действительно, почему действительно это отношение заслужил именно Ноах и не другие?
Рэбе упоминает две подходы, две ответы. Ноах сталкивался, Ноах, как известен, мы говорим, что он не был большой цадик. Он был обычный человек, который имел тоже недостатки. Именно поэтому он заслужил, он нуждался, он заслужил особый комплимент. Когда цадик ведет себя, как что он ведет, это не заслуживает комплимент. Это цадик. Таким он родился. Таким он родился. Он имеет высокую душу. Он имеет особый божественный поддержка. Он имеет особый святость. И поэтому это небольшая хохма. Ты цадик, и от тебя ожидается именно такое поведение. Но когда Ноах ведет себя вот так, это заслуживает комплимент. Он мог вести себя и по-другому. Это один вещь, которая упоминается в этой сихе. Но я хочу обратить внимание на второй подход, на второй ответ, который Ребе отвечает, и в этой особой беседе в пятый том Ликутей Сихот, я считаю, что он очень основной. Он открывает наши глаза и направляет нам в правильный путь и дает нам новый путь отношения и внутри семья между муж и жена. Меняет нам все отношения в отношения воспитания наших детей и в отношения между разными людьми. Как можно будет действительно реализовать ожидаемости, которые мы ожидаем от других людей. И это такой подход, который мы находим его источник в разные места в Тора. Может быть, начнем из истории. Был один хасид, известный хасид, звали его Раби Берл Бойнгарден. Он был первый посланник Лубавичской Ребе и в город Буэнос-Айрес и в Аргентине. Он был основателем община Хабад и хабадских учреждений, которые они очень большие, и в эту страну Аргентина и в город Буэнос-Айрес. Он был известен как преданный хасид, большой богобоязненный человек, большой знаток Тора, и который был преданный полностью к его работе, к делать то, что Ребе ему сказал делать. Перед тем, что Ребе его отправил быть его посланником в Буэнос-Айрес, он был учителем, учитель Тора в одной ешива в Бруклине. Один раз он увидел очень хорошее поведение один из его учеников. И он решил, этот ученик, этот парень не подходит к нашему учреждению, к нашему учебному заведению. Мы не можем его оставить. Надо написать его родителям, чтобы пришли и забрали его документы. Мы не можем позволить себя оставить молодой человек с такой поведением в нашем учебном заведении. Это не подходит. От него может идти нехорошее влияние других учеников. Мы не можем допустить такую вещь. Но он же хасид, он подумал себе, все-таки речь идет о душе. Молодой человек, который этот шаг может влиять на весь будущее этого молодого человека, кем он будет. И он принял решение, я не могу сам принять такое решение. Он написал письмо Лубавичскому ребе и рассказал о проблеме, которая существует с этот ученик. И о решении, которое он принял вместе с педагогическим коллективом, спецсоветом или то, что он их бил, о том, что надо удалить этот молодой человек от этой учебной заведения и рекомендовать родителей, найдите для него какую-то другую школу. Он получал у Ребе ответ, который составляет всего ли 5 слов. Что Ребе ему писал? Очень интересно. Ре-э. Авот де Раби Натан, Перек Юдбет. Есть такой книга, Медраш, называется Авот де Раби Натан. Это комментарий, который Раби Натан писал Медраш на
טרקטט אבות. רבי פישט אימו, רבי אימוני דיות התוות דא אילניית. רבי מגברי, אידי את קרוי קניגה, מדרש אבות רבי נתן, ודבינצת הגלבה, היא עוצ'י צ'יטה אשתו תם נפיסנה. אשתו תם נפיסנה, שתם נפיסנה, איזבסנה עם מישנה, טרקטט אבות, או אהרון הכהן. נפיסנה, הווי מתלמידיו של אהרון, בוד אשתי קלתי דוז'נסטט וצ'ניק אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, כתורי לוביל מיר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, און לובית פסיח לודי, אי אוניך פריבלז'יית כתור. פישת אבות דרבי נתן, פישת רבי נתן הבאתו היא קניגה, סלדו אישי. תמון המרסקה זווית או טכנולוגיה אהרון. כך סרבות על העת הטכנולוגיה. כך אודלוס הוא אהרון, גברית לודי נהג ראשית, כך אודלוס הניבו פמירית, משדולו די כתור בילי קונפליקטה, כך אודלוס הוא אהרון בסדירת מיר פסמיה, וכך אודלוס הוא אהרון פריבליז'ת לודי קז'יזן תורה. נסקה זה והתנאם שתו אהרון פרש דף סיבו כגדאו נובידל של אבק, או אני מסכזל תי אסובית של אבק, תי אודי ויטלנית של אבק, תי אדריונית של אבק, תי טלנט לבית של אבק, תי אומנית של אבק, יתי בלובלו, יתי בעצינו, יתי באהוב הז'י. אתה בליבו של המלאכם. פוסטקי קומפלימנטה כתורי אהרון הכהן, כתורי גלבני כהן, אהרון דל של אבקה. אתה של אבק הוא שנימוק פדומה, תקקי תניח הראש של פבידניה. אונסי בסקז על קק ימגור, תק דלת. אהרון הכהן, תקוי בולשוית של אבק, תק וירית ומניה. און דומת שתויה תקוי טלנט לבי. און דומת שתויה תקוי דוברי. און עוברן שתויה תקוי פריאדת שני. און עוברן שתויה תקוי בוגו ביאב ניני. כך ימגו פדרוגו מודלת, נית. יני בודו את אבא גרישית. יני בודו את אבא דלת. איתק רבר, רבר עוד שמנוג הרז, הוא פמינה את אתי סלווה ובוד רבי נתן. יהיה תביל עטוות כתורי רב ברל בוינגרטן פלוצ'לות רבר. יום פנים על און פדגוג, ככוי זדניה לז'ית לניבו, פריניאת רישניה ודלית, ודלית, קויטה וצ'ניק ססתיו וצ'בני זווידניה, את הסם מפרסטאי הרישניה, את האפירציה. און דוז'ן וילצ'ית, און אידוז'ן נפירי רבית הסכזת וחדי הצודה. און פנים על שתו ככוי זדניה ופדגוג, איתיק אתו ימלצ'י קיליקטו ידיבושקה. כתור אני נכון את הסיצ'אס כסג'לני ונניסקם מסה ונניסקם אורבין. און דולג'ן איכפד נימאת. און דולג'ן איספול זה ותקיב דח נבית אל נאי סלווה כתור דיות עם נובי ז'יזן. כתור דח נבלית ובניך נובי אנרגיה. התאגדר ונכבוד את נובי וזמושנסי. איתק עוד נסוויתי נסדיאל אל רבר אל בוינגרטן. אי אתת מלדוית של אבק התורביל פרבלמטית שני, סטל סמי וספה שני ואת הישקול. רבי פמיניאלי ואוספסים סגלד, כך דולג'ון פדגוג רבותית. דוויתי סיצ'ס פדומה עם הנוח. פיריד נוחום, סטיילה, עוד שניה פרסטאי הזדניה. און אידינסטרנית של אבק שריד יפסיה פקלניה. כתורי ולעצה בוגו ביזננית של אבק, פרצטבתי סיבה ככוי את האיספיטניה. את הפצ'טיני ונסים היה איספיטניה. כך מושנה הספרה, כך של אבק מושת וידר של תקו איספיטניה. איבו הקרוז'י טרוצטווניקי, איבו הקרוז'י צסיידי. סיינן יום סמיוצה, סיגברת את הפרימיטיבנית של אבק, ורוי שהיא רליגיוזנית של אבק. כתור סיבניה ורית ובוגה. סידומית את הצ'לווק נהיה נורמלני, בוגי מוס כזל סטרויט קפצ'גון, טרטי ציס ואי דנגי, פקופה את רזניך מטריאלי, דירה ואי תגדלי, סטרויט קפצ'ק. הנוח דולג'ון בלבית פרוטיף סייך. נוח נושדלסה ועשו בי עוד שם פדרשקה. נוח בוג, יש לי מיבוד עם גלובקו פדומית, הנוח. אדם הראשון, פרווי צ'לווק את הבל פרווי את יצ, פסיעת של אבי צ'סקה. נופסי סינבי אדם, קרו מנוח, פסיע פגיב לי נפטופ. פטרוי עתי עצמיר, כתוביל, נוח.
Написано, что когда Ноах вышел из ковчег, Олам Хадаш Ра, он увидел новый мир. А кто был лидером этот новый мир? Это был тот Ноах. Перед Ноахом непростое задание. Как давать Ноаху поддержка? Как помочь Ноах справиться с такое непростое задание? Говорит нам Ребе, благодаря хорошие слова. В речи есть особая сила. Когда мы говорим хорошие слова о какой-то человек, в конце концов эти слова реализуют себя. И этот человек становится такой. Когда мы говорим об этом человеке, что он на самом деле очень хороший, он очень добрый, даже если сейчас он еще не там, благодаря наши слова, он реализуется эти слова. У каждого человека есть огромный потенциал. Но, как любой потенциал, потенциал может остаться и не реализовать себя. Но задание у каждого человека реализовать свой хороший потенциал, богатый потенциал, который в нем лежит. Но мы нуждаемся в помощи, мы нуждаемся в поддержке, чтобы мы могли реализовать этот потенциал. Это не простое задание реализовать потенциал, который лежит у нас. Как мы можем реализовать потенциал? Через поддержку, через хорошие слова. По-настоящему хорошие слова. И вот здесь приходит Бог именно здесь. В глава Берешит еще нет. Мы задали вопрос, почему именно здесь? Почему не в глава Берешит? Объясняет Ребе, в глава Берешит Ноах еще не сталкивался с такое задание. История из поколения потопа еще не была тогда. Когда не надо давать человеку особой поддержки, он их не получает. Но здесь, когда уже перед Ноаха целый борьба со всей людей, с такая культура, которая его окружает, сказал Бог, Ноах нуждается в поддержке. И поэтому, когда Бог начинает говорить, говорит, Ноах, ты цадик! Ноах, ты идеальный человек. Только тебя я вижу передо мной цадики в этой поколении. Когда Ноах слышит у Всевышнего вот такие слова, вот тогда он получает силу реализовать эти слова в себя. Когда Ноах должен бороться с целой поколением, когда Ноах, когда перед ним стоит вот такое задание, построить ковчег, именно тогда он нуждается в эти слова. Как это мне упоминает слова Раши в концу книги Дворим, в глава Везот Абраха, в последней главе в Тора, которую мы недавно читали в праздник Симха Тора. Всевышний говорит Моше Рабейну, «Беэцем хайом азе пасиридин адня, але эльхар хааварим азе». Поднимайся в этой горе, а там ты будешь вернуть свою душу Творца. Подчеркивает Раши, что в три раза в Тора всего лишь упоминается «Беэцем хайом азе» посередине дня. Какие три места в Тора? В этой истории, в истории с Моше Рабейну, что народ Израиль сказал, мы ни в коем случае не дадим, чтобы этот человек будет умирать. Мы будем его держать, чтобы Бог его никогда не возьмет от нас. Сказал им Бог, вы не управляете мир. Я вам покажу посередине дня, Моше Рабейну поднимется, и никто ничего не может делать. Еще один раз в Тора, это во время исхода из Египта. Написано, «Ваихи беэцем хайом азе, яцу кол цивот Ашем эрец Мицраим». И было посередине дня, и вышли все сыновей Израиль от страны Египет. Почему египетяне тоже сказали, вот, Бог будет их вынести из рабства из Египет, мы придем с нашей армией, мы поставим танки, мы закроем дорогу, они не смогут никуда не уйти. Сказали Бог, «Беэцем айом азе, посередине дня, а если вы такие герои, приходите, попробуйте им помешать выходить». Никто не пришел. И первый раз в Тора, когда упоминается слова «Беэцем айом азе», это в нашей главе. Что «Ваихи беэцем айом азе», когда Ноах вошел в ковчег, это случилось тоже, когда посередине дня
נוח ושול ותם קפצ'ג ומסיס ז'בוטני כתורון סבל, מסיס סימיה איבו, איפסיר שטו בוגי מוסקזל פסבירת. גברית רשי פצ'ימו בעצם היום הזה, רשי הבית הגברית ניבת ההגלבה, גברית הבית המפגלבה דברים, עם גלבה וזאת הברכה וכניג הדברים, וכנסו תורה, נופסיר סבי עזמה. פצ'ימו בעצם היום הזה, גברית רשי את הגרשניקי כתורה, ז'ליף פקלן ינוח, אני פנימה להשתויס לאיבול לתת את קפצ'ג גטוב, это значит, возможно, будет потоп, где они все будут, где они все будут умирать. И они сказали: мы не тебя не дадим зайти в этом ковчег. Мы возьмем наши топоры и наши оружие, и мы будем ломать твой ковчег. Сказал Бог такие же слова. Я скажу ему войти в ковчег посередине дня, а если вы такие герои, приходите и помешайте ему. То есть Ноах нуждался в пособии поддержка. Смотрите, сколько противников были вокруг Ноах. И как Бог решал этот вопрос? Хорошими словами. Бог сказал: Ноах, ты цадик. Так он снабжал его сила. Он снабжал его вера. Он снабжал его уверенности в себя. И Ноах оправдывал это и довера. Несмотря за все люди, которые его окружали, он остался цадиком. Он остался преданным к Богам, он вошел в ковчег, и он был тот, который открыл этот новый мир. Эти слова нельзя их оставить только в качестве комментария на историю с Ноах. Эти слова мы должны взять с собой. Слова имеют особую силу. Когда у нас есть, мы думаем, как правильно воспитывать детей, иногда, если дети что-то делают не так, наши эмоции сразу доводят нас ругать, критиковать. И мы думаем, что как так мы найдем, так мы всего лишь успокаиваем наши эмоции. Если мы хотим действительно достигать результат и иметь много нахес от наших детей, мы должны полностью поменять наш лексикон. Мы должны слова полностью поменять. Когда наш ребенок имеет какое-то задание перед собой, мы ему говорим: ты сможешь, ты умный, ты умная, мы в тебя верим, мы твои родители, тебя любим, и мы всегда с тобой, наши сердца, наши молитвы с тобой. Вот так мы им поможем, так мы будем их толкать кверху, так мы будем их толкать к успеху, так мы будем поставить их в позицию, которая приносит нам нахес. Если мы будем, дай Бог, использовать другие слова, мы получим отрицательный результат. Если мы хотим позитивный результат в успехе наших детей, это именно позитивные слова. И также в отношении в нашей семье, между муж и жена, бывают споры, бывают моменты, когда мы даже обижаемся друг до друга, мы все люди, мы не ангелы. Но если мы хотим достигать результат, это только когда мы искренне говорим хорошие слова. Вот как Бог нас учил с Ноахом в этой главе. Как он достиг такой, как Ноах достиг такой хорошей достижения, оставаться цадиком при такое поколение, это благодаря поддержка, слово, которое поддержало его. Хочу завершать в отношении хороших слова. Еще одно слово, которое Альтер Ребе, Раби Шниор Залман из Лади, пишет в своей книге «Тора Ор». Он говорит еще один элемент в слово, когда мы говорим сила, которая есть в хорошие слова. Бо эл хатейва. Бог сказал Ноаху: войди не в ковчег, войди в слово. Тейва имеет двойной смысл на иврит. Тейва можно переводить как ковчег, а тейва можно переводить как слова. Что значит бо эл хатейва? Иди, скажи хорошие слова, говорит Альтер Ребе. Потоп существует в каждое поколение. Есть поколение Ноаха, когда был такой обычный потоп. А есть потоп, который чувствует каждого от нас. Вот только что были праздники. Целый месяц мы были на высокий духовный уровень. А сейчас мы снова вернулись к жизни, к заботам, к проблемам, которые надо решать, деньги, которые надо достать и так далее. И мы чувствуем себя под потопом. Говорит Альтер Ребе,
книга Тора Ор, Боэла Тейва, Вайдив Ковчег, Слово Тора, делай еще один урок Тора, иди не пропускай молитвы в синагогу и читай молитва внимательно. Это тебе поможет. Это будет ковчег, который будет тебя спасет. Как он спас Ноах и его семья тогда, так он спасет тебя сейчас. И поэтому, друзья, какое учение учит нас эта глава? Правильно говорить. Сказать позитивные слова. Сказать слова, которые показывают нашу веру в наши люди и в наши дети, и в наши жены, и в наших мужей, и в наших друзей. Именно тогда мы им поможем достигать самый оптимальный результат в жизни, и в духовные направления, как и в материальные направления. И второе направление, войти в ковчег, использовать побольше слова Тора, молитва, Тейлим. И это будет гарантировать того, что Бог создает для нас ковчег, ковчег гарантирует покой, ковчег гарантирует спасение. И сейчас единственный ковчег, который нам нужен, это Машиах. Приход Машиаха. Он будет создать для нас самый оптимальный ковчег. Ковчег, который поднимет нас всех от всех проблем в мире, который сейчас существует. Начиная от короны и заканчивая других проблем. И будет нас, дай Бог, что благодаря того, что мы будем использовать эти позитивные слова в отношении друг к другу, что когда мы будем побольше использовать слова молитва, слова Тора, слова Тейлим, мы заслужили прихода Машиаха в самое-самое ближайшее время. И поэтому, друзья, внимательно послушайте этот шаббат недельный глава. Я желаю нам всем шаббат шалом, гуд шаббес, хорошей, успешной подготовки к шаббат, и только много-много здоровья, и только хороших новостей, и только и много хороших слова. Спасибо.